Всем привет! Сегодня 12 января, сегодня суббота. Сегодня я вам расскажу, что я делаю в разные дни недели. Вы уже знаете дни недели, и вы знаете, что у меня есть зеленый ежедневник. Сегодня я буду говорить, что я делаю в понедельник, что я делаю во вторник, что я делаю в среду, что я делаю в четверг, что я делаю в пятницу, что я делаю в субботу, что я делаю в воскресенье. Итак, моя неделя, мои планы. В понедельник я еду в Ковентри. Я еду в Ковентри на поезде. Я живу в Лондоне. Лондон – это столица Великобритании, а работаю я в Ковентри, в университете Уоррик. Ковентри – это небольшой город в центре Англии. В понедельник я еду в Ковентри на поезде. В университете я сначала обедаю. Обедаю я обычно в кафе или в баре. Потом я читаю имейлы, я пишу имейлы, пишу письма. И я учу китайский язык. В этом году, наверное, вы знаете, я начала изучать китайский язык. Это довольно сложно, но мне нравится. Во вторник. Что я делаю во вторник? Во вторник я еду в университет на автобусе. Я говорю по-русски в классе и говорю по-английски в офисе. Говорю по-русски с моими студентами, говорю по-английски с моими коллегами. Я заканчиваю работать во вторник в 6 часов и еду домой. В среду, если погода хорошая, я иду в университет пешком. В среду я снова пишу имейлы, отвечаю на имейлы, пишу письма. Потом я планирую уроки, я читаю книги и говорю по-русски. В среду вечером или в четверг я еду в Лондон. В четверг в 11 часов я иду на йогу. Я не люблю вставать рано. Я сова. Есть люди, которые встают рано. Такие люди называются жаворонки. А есть люди, которые встают поздно. Я обычно, если я не работаю, я встаю поздно, потому что я сова. И часто я работаю ночью. Я работаю вечером и ночью. Итак, в четверг я встаю в 10 часов, потом я иду на йогу в 11 часов, потом я возвращаюсь домой. Часто я не обедаю, а вечером я готовлю ужин и жду моего мужа с работы. В пятницу я дома. Я работаю дома. Я пишу имейлы, пишу письма. Я пишу слова и фразы для студентов. Я планирую уроки. Иногда вечером в пятницу мы ходим в театр. Я люблю ходить в театр. В субботу я встаю тоже поздно, в 9 часов или в 10 часов. И мы часто ходим на рынок. А здесь недалеко есть небольшой рынок. Каждую субботу мы обедаем на рынке. Там я фотографирую небо, фотографирую солнце и деревья. Недалеко находится музей. Иногда мы ходим в музей. Каждые 3 недели в этом музее новая выставка,
новая экспозиция. Мы любим ходить в этот музей вместе с моим мужем. Итак, что я делаю в выходные? В субботу я иду на рынок, я иду в музей. В воскресенье иногда я иду в театр, иногда я иду на йогу. Часто я сижу дома, читаю книги, готовлю или ничего не делаю. Воскресенье – это выходной. Воскресенье можно ничего не делать, можно просто отдыхать. Итак, это моя неделя. Расскажите, что вы делаете в разные дни недели. Пишите свои комментарии. Пока!